В прошлом году была сделана переоценка кадастровой стоимости недвижимости, что привело к пропорциональному росту налога. Особенно большая нагрузка ляжет на объекты недвижимости, расположенные в сельской местности. Зачастую это торговые точки, которые важны для местных жителей. Чтобы увеличение не стало губительным для бизнеса, региональные власти могут предусмотреть льготы для предпринимателей. То есть, как мы знаем, налог на имущество организации – это региональный бюджет. И когда мы смотрим на ситуацию и видим, что произошел взрывной рост налоговой нагрузки для субъектов бизнеса, то у региона есть свобода усмотрения принять тот нормативный акт, который сбалансирует эту нагрузку. Изначально в Ульяновской области запланировали поэтапный переход на новые показатели. Постепенное ежегодное увеличение налога на имущество на 25%, рассчитанного исходя из новой кадастровой стоимости. Только перспективы для предпринимателей вовсе не радужные. При таком переходе ближайшие 3 года увеличат налоговую нагрузку более чем на 95%. К ситуации представители региональной власти отнеслись с пониманием. Прибыль же предприниматели не могут, правильно? Вот. Мы готовы еще пойти на снижение вот этой процентной ставки ежегодной индексации. На встрече стороны пришли к окончательному решению. Вместо роста на 25% налог ежегодно будут увеличивать на 15%. Это и облегчит налоговое бремя плательщиков и увеличит доход государства. Предприниматели были благодарны главе региона за принятые меры. Власти региона, они сохраняют отрасль ритейла, услуг, общепита. Она дальше развивается, сотрудники работают, получают зарплату. Ну а бюджет получает налоги, в целом как бы сохраняя социальную защищенность и стабильность в регионе. Поскольку я знаю перспективы того решения, которое будет приниматься на ближайшие 3 года, она позволит нам эффективно работать, вкладываться в свой бизнес и прогнозировать те затраты и те, собственно говоря, прибыли, которые мы хотим заработать, в принципе, себе и, соответственно, с этим поделиться с государством. Напомним, что новый налог на имущество будут рассчитывать с 1 января 2025 года. А в настоящее время по решению губернатора в Ульяновской области объявлен мораторий. В 2024 результаты новой кадастровой оценки применяться не будут. Юлия Адамова, Герман Баранов, Улправда ТВ.